Руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Маконц будет назначена послом Армении в США. В повестке есть такой вопрос, однако он пока в стадии обсуждения, заявила Маконц в эфире радиостанции «Свобода». На вопрос, достаточно ли имеющийся опыт для работы послом в США, Маконц сказала, что для политических назначений нет ограничений. Что касается моего опыта, то он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно, чрезвычайно важен, однако в некоторых случаях не имеет первостепенной роли, отметила она. О готовящемся назначении Маконц в своем телеграм-канале сообщил бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. В частности, он написал, даже если исходить из того, что Маконц неплохой человек, несомненно, то, что Маконц некомпетентный политик, более того, бездарный дипломат. Да и не дипломат вообще. Свидетельство ее неграмотности, внешнеполитические провалы на разных уровнях, в том числе в межпарламентском. А ведь именно Маконц Никол Пашинян доверил возглавить сначала Министерство культуры, а потом свою фракцию. Маконц известная тем, что была педагогом Никола по английскому, имеет лишь одно достоинство – Никол ей безоговорочно верит. Вот почему, отправляя ее в США, он решил одним выстрелом убить двух зайцев, спасти ее с тонущего корабля и использовать ее в развязываемой грязной игре между двумя сверхдержавами. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.